С начала 2021 года в Ульяновской области по вине автомобилистов на железнодорожных переездах произошло 139 ДТП. Как отмечает руководство Куйбышевской железной дороги, по сравнению с прошлым годом число ДТП выросло в два раза. Для профилактики подобных происшествий в регионе проходит акция «Внимание, переезд». В мероприятиях принимают участие сотрудники ГИБДД и представители автотранспортных предприятий, которые в очередной раз напоминают автовладельцам об основных правилах при переезде через железнодорожные пути. В прошлом году вот установили специально заградительные металлические ограждения. Вот в том году установили на двух переездах. Это по станции Глотовка и по станции Молвина. И в этом году еще запланирована у нас установка таких заградительных устройств по станции Охотничья, 871 километр. И в дальнейшем мы будем оборудовать все переезды уже такими ограждениями, чтобы можно было... Как водителя, я так думаю, остановить. Обращают внимание организаторы и на состояние автомобильных подъездов и дорожных знаков, и на условия видимости. Здрасте. На траву входит акция «Внимание, переезд». Вот мы всех водителей обобщаем, чтобы не нарушали правила дорожного движения, не выезжали на красный свет и живы-здоровы вернулись домой. Спасибо вам. Как отмечают участники акции, подобные профилактические меры помогают людям задуматься не только о потраченном времени на железнодорожный переезд, но и о бесценности человеческой жизни. Максим Писарев, Герман Баранов, Управда ТВ.